Когда мы говорим о путешествиях во времени, часто представляем себе сеттинг, где герой, вооруженный знаниями и технологиями, может легко адаптироваться к любым условиям. Однако, если перенестись в девонский период примерно 360 миллионов лет назад, этот оптимистичный сценарий быстро столкнется с жестокой реальностью. Темнота окутывает мир, когда первая искра времени разрывает ткань реальности и бросает человека в бездну, где царит хаос и первобытная жизнь. Это не просто путешествие в прошлое, это попадание в мир, где каждый вдох, каждый шаг может стать последним. Девон – эпоха, когда наша планета была населена чудовищами, которые не знали пощады, когда воздух, еще не пригоден для дыхания, становится настоящим испытанием для человека, который, возможно, недооценил силу времени и природы. Что прежде всего поразит путешественника, так это то, что он не увидит привычных очертаний материков. Он будет шокирован. С высоты стратосферы перед его глазами предстанут только два больших континента и очень-очень много воды. В северном полушарии раскинулась Лавразия, включающая современную Северную Америку и Евразию. Большую часть южного полушария занимает Гондвана с нынешними Южной Америкой, Африкой, Антарктидой, Австралией и Индийским субконтинентом. В этот период облик Земли только формировался, поэтому происходили активные тектонические процессы. Извергались вулканы, землетрясения сотрясали поверхность, где-то появлялись разломы и впадины, где-то поднимались горы. Наша планета активно перекраивала свою внешность, не обращая внимания на зарождающуюся и эволюционирующую жизнь. Появлялись новые виды растений, животных, рыб, насекомых, вытесняющих и пожирающих слабых и неприспособленных, давая место сильным, готовым драться за место под солнцем. И тут появляешься ты, любопытный человек, со своим длинным и лезущим во все дыры носом. Вот где легко найти приключения на свою пятую точку и быстро стать завтраком, обедом или ужином одной из недружелюбных тварей Девонской земли. А таких там, поверь, много и на воздухе, и на земле, и в воде. На протяжении этого периода Земля переживала различные климатические изменения, от теплых и влажных до более сухих и умеренных. Тропики и субтропики давали своим активным, в основном хищным аборигенам относительно комфортную жизнь. И вот ты, такой красивый, уверенный в себе, выпал даже в удачном месте. Не на действующем вулкане, а где-нибудь на берегу Древнего океана, затянутого серыми облаками, а воздух насыщен запахом соли и разлагающейся органики. Рядом шумят волны, но эти волны не такие, как ты их знаешь. Здесь нет пляжей, здесь нет отдыха, только бесконечное царство хищников. А как дышать будешь, хотя бы не говоря уже про все остальное? С собой нужно брать, что дышать и через что, на всякий случай. Ибо атмосфера, особенно в ранний Девон, еще пока не очень подходит для твоего организма. Ее только начинают творить зеленые кудесники и только зарождающиеся леса. Атмосфера сильно насыщена углекислым газом и имеет совсем другой уровень кислорода. Дышать такой смесью весьма затруднительно. Высокий уровень углекислого газа вызывает кислородное голодание, что делает жизнь без специальных приспособлений практически невозможной. Чего не скажешь про растения, им-то как раз такое количество углекислого газа было в кайф. Они активно эволюционировали и наполняли планету лесами, превращая ее в зелено-голубой рай. Девонскую эпоху делят на три периода – ранний, средний и поздний. Так вот, если в первых двух с дыханием есть проблемы, то в позднем Девоне сможешь уже обходиться без кислородной маски. Но все равно это не очень-то сильно повышает твои шансы на выживание. Возможно, вон за тем вот ближайшим хвощом прячется твоя быстрая смерть. Это время, когда жизнь на планете вступала в новую эру, когда наземные растения, словно смелые первопроходцы, начинали покорять сушу, оставляя за собой следы эволюции, которые можно было бы сравнить лишь с необъятными космическими путешествиями. Ты находишься на берегу первобытного океана, волны которого словно неведомые силы накатываются на камни, покрытые мхом. Здесь, на границе воды и земли, сплетаются истории древних папоротников, которые, как многообещающие авангардисты, расправляют свои перистые листья, стремясь к свету. Их форма, причудливая и завораживающая, напоминает о том, что жизнь всегда стремится к новому, к открытию неизведанных горизонтов. Среди этой зеленой симфонии выделяются и другие обитатели планеты. Мхи, лишайники и водоросли, словно маленькие поэты, создают свои произведения на камнях и в тени огромных древовидных папоротников. Их мир полон тайн, каждый листок, каждая капля воды могут рассказать тебе о многом, только ты не умеешь читать их язык. Но не все так просто, в этом мире есть своя иерархия. Однажды, когда на землю опустилась тень и ветер принес отголоски древних бурь, на сцену вышли первобытные семенные растения. Их появление стало настоящей революцией.
Вместо того, чтобы полагаться на споры, они изобрели семена, маленькие чудеса, в которых заключалась вся сила жизни и надежды. Они могли путешествовать, выживать в самых суровых условиях, словно искатели приключений, готовые к любым испытаниям. С каждым днем флора девонского периода становилась все более разнообразной и причудливой. Мысли о том, что когда-то здесь будут расти огромные хвощи и древние гинка, казались фантастическими. Каждое растение, будь то скромный мох или величественный папоротник, вносило свой вклад в сложный баланс экосистемы, в которой все взаимосвязано. Но, как это часто бывает в великих эпопеях, не обошлось и без опасностей. Водные стихии, которые когда-то были защитниками, могли обернуться разрушителями. Ураганы, наводнения и засухи испытывали на прочности эту хрупкую жизнь. Однако, несмотря на все трудности, флора продолжала эволюционировать, адаптируясь к изменениям и преодолевая вызовы как истинные герои своего времени. Ты все еще хочешь сюда, в этот изменчивый и непостижимый для современного человека мир? Мы не приспособлены, мы не выживем в этом зеленом буйстве без шезлонгов, холодильников, прохладительных напитков и прочих привычных нам мелочей. На мир Девона можно повесить табличку с надписью «Не входи, убьет». Твой разум пытается найти логическое объяснение, за каким чертом ты оказался здесь. Но логика не имеет значения, когда вокруг царит первобытный страх. Ты начинаешь двигаться, пробираясь сквозь густые заросли папоротников, которые кажутся живыми. Каждое движение заставляет вздрагивать, каждый шорох означает приближение смерти. Опустилась ночь, и с ней пришла мрачная тишина, нарушаемая лишь воем ветра и отдаленным ревом хищников. Ты укрылся под скалой, надеясь, что не заметят. Но ты не знал, что в этом царстве, где царили древние рептилии и рыбы, даже тень может стать врагом. Ты столкнулся с древними тварями, которые вызывают ужас. Огромные акулы и стероидные амфибии заполонили твои мысли, заставляя постоянно быть настороже. Каждый раз, когда слышался плеск воды, сердце замирало. Девонский период стал настоящей эволюционной ареной, где обитали одни из самых удивительных и устрашающих хищников, когда-либо населяющих Землю. Это время, когда океаны бурлили жизнью и каждый миг мог стать последним для многих существ. В этом водном мире царствовали рыбы, которые по праву могут считаться предшественниками современных хищников. Одним из самых ярких представителей хищных рыб Девона были плакодермы. Эти рыбы представляли из себя настоящих океанских монстров, длиной до 10 метров и мощными челюстями, которые могли с легкостью раскусывать панцири других морских обитателей, они были королями своего времени. Среди костных рыб выделялся ксенокантус, который, как считают, напоминал современных угрей. С длинным телом и острыми зубами он мог легко атаковать своих жертв, используя свою гибкость и скорость. Эти рыбы были настоящими мастерами маскировки, что позволяло им подкрадываться к жертвам, не вызывая подозрений. Но Девон был не только царством рыб. Тогда появились первые тетраподы, такие как Аконостега и Ихтуостега. Они, хоть и были еще далеки от современных млекопитающих, но начали осваивать пространство на суше и могли охотиться как в воде, так и на берегу. Их уникальные адаптации позволяли им быть универсальными хищниками, способными выживать в разнообразных условиях. Этот мир просто создан для любителей кипящего внутри адреналина. И если ты один из них, то, скорее всего, тебе просто необходимо его посетить. Но увидев все это и быстро сообразив, что внутреннее кипение продлится не очень долго, до первой встречи с местным голодным аборигеном, для каждого, кто волей фантастического случая попадет в Девон, купит билет в один фатальный конец.